Всем добрый вечер. Мы сегодня почти вовремя начали. Я себя увидел в беззоне. Вижу себя в вебинарной комнате. Итак, добрый вечер. Кто меня не знает, меня зовут Владимир Роденко. Я являюсь руководителем блокчейн-разработки проекта MindPlex, а также руководителем службы технической поддержки. Подскажите, пожалуйста, плюсиком поставьте, если меня хорошо видно, слышно. Вот, чтобы я понимал, что все хорошо, связь есть. Так, плюсики, все, летят плюсики, все отлично. Сегодня, я думаю, мы не будем долго так, с вами проводить вебинар. Сегодняшний вебинар посвящен у нас обновлению 2.4.0, который мы провели. Мы быстренько пробежимся по тем аспектам, которые изменились. И там, на самом деле, есть два ключевых изменения. Вот. Они связаны с изменением маркетинга, точнее, с дополнением, да, нашей партнерской программы. И также один пакет, бонус старт, мы все-таки убрали. Вот. Сейчас я перейду пока к списку изменений для себя, чтобы видеть. Итак, то есть первые изменения, да, то есть, ну, это такие на сайте, просто более удобно сделали, то есть добавлен блок СМИ о нас. Там собраны ссылочки на те СМИ, на те ресурсы, которые о нас описали. То есть сторонние ресурсы, такие как Yahoo Finance, Bloomberg и так далее. То есть наш проект интересен с технологической точки зрения, поэтому о нас пишут, интересуются. И мы как бы надеемся, что такие новости вас вдохновляют, то, что... Все-таки то, что мы с вами сейчас все вместе делаем, это что-то такое уникальное, интересное, и поэтому будем вместе двигаться в том же направлении, не шагу назад, да, только вперед. Следующий момент. Добавлен оборот сети первой линии за текущий прошлый месяц. То есть теперь в статистике есть два показателя. Сейчас я попробую... посмотреть, открыт ли у меня кабинет, чтобы сразу показать. У меня там особо показывать нечего, партнерской сети, но я покажу, где это находится. Сейчас я быстренько демонстрацию включу. Совместное использование. Так, сейчас я посмотрю, есть ли у меня демонстрация. Все, демонстрация есть. То есть мы заходим в партнерскую сеть, в статистику. И вот здесь у нас теперь есть дополнительная информация, оборот первой линии. То есть мы теперь можем смотреть, как работают наши лично приглашенные. То есть текущий месяц, прошлый месяц мы можем видеть, кого мы приглашали, как они регистрировались. То есть именно по первой линии здесь будет обороточка, можно теперь все это смотреть. Так, следующий момент, пока демонстрацию не выключаю. Что у нас там еще появилось? Неудобно, все-таки выключу, просто опять же, как смотреть оборот своей первой линии, партнерская сеть, статистика, и вот здесь дополнительная информация появилась. На мобильном телефоне она, возможно, где-то в другом месте, но в любом случае она вот под статистикой, дополнительную информацию можно найти. Вот. Так, сейчас демонстрацию выключу, чтобы побольше мое лицо перед вами сияло. Кому-то может быть приятно, кому-то не очень, но какое есть. Так, идем дальше по обновлениям, то есть добавлена превью категория, это наша. На данный момент сейчас временно удалена возможность смены имейла. То есть это такая не очень простая техническая задача в рамках всего личного кабинета, чтобы пользователь мог зайти в свой личный кабинет и поменять имейл. То есть скоро эту функцию включат, она работала некорректно, работала плоховатенько, поэтому ее сейчас отключили. И как только ее причешут, допилят, чтобы она функционировала приятно и удобно, мы обязательно ее включим и расскажем вам об этом. Так, изменение текста, восстановление пароля, это так, мелкие правки. И так, начинаем, пожалуй, с того, что удален пакет старт. Вот подскажите, пожалуйста, сейчас аудитория, если кто-то имеет какое-то свое субъективное мнение, отношение,
То есть подскажите в чатике мне плюсиком, а кто, в принципе, доволен таким решением или нейтрально относится к такому решению, что удален пакет старт, поставьте плюсик, а кто недоволен этим решением, поставьте минус. И мы просто посмотрим, как у нас сейчас мнения разделяются. Так, вот смотрю, так, плюсов, пока минус, плюс. Вообще уберите пакеты. Игорь, тут, возможно, я где-то с вами синтезирую, но это, в принципе, невозможно. То есть не хотите работать с пакетами, пожалуйста, стейкайте. Пакет для тех людей, кто умеет и хочет развивать сеть, собирать вокруг себя единомышленников. И самое главное, не просто отдать реферальную ссылку, а самое главное, обучить того человека, которого ты пригласил. Это самое главное. То есть у нас мы за экологичность, мы не за рифоводство, мы не за пихание ссылок по ботам в чужих чатах. Мы только через личное общение, через знакомых. То есть у нас создается такое экологичное ламповое комьюнити, без которого, как я еще раз говорил, ни один проект не выживет. То есть какая бы ни была гениальная идея, какие бы ни были гениальные просчеты, если не будет комьюнити, проект просто-напросто загнется. И на данный момент вот сетевой маркетинг, сетевая составляющая построения сети – это на самом деле самый эффективный и самый экологичный, и самое главное то, что этот способ по развитию комьюнити, он еще и дает образование. То есть люди не просто зарегистрировались по ссылке, а еще и мы проводим постоянное обучение. У нас есть очень хорошие лидеры. Не устану упоминать Алексея Ермилова, который просто 24/7 со всеми встречается, всем рассказывает, ездит по разным городам. Сейчас он в Самаре. 10 числа это Новосибирск. Скорее всего, Новосибирск, если здесь есть, скорее всего, я тоже приеду в Новосибирск. Вот. Поэтому как бы убирать их ни в коем случае мы не будем, как минимум, ближайшее долгое время. Вот, потому что вся математика в наших токенах Майн и Plex, она учитывает сетевую составляющую, и поэтому все уже давным-давно разложено, как я и говорил, на сетевую составляющую, на пакеты и бонусы по пакетам. То есть то, что вы можете купить внутри пакета Майн и получить бонусы, выделено 20% от общей эмиссии. Это порядка там, если в долларовом эквиваленте брать, это порядка 500 миллионов долларов. Поэтому, в принципе, программа будет длиться долго, качественно. Ну, понятно, если к нам завтра не придет полмиллиарда, да, человек. А так, в принципе, есть возможность еще очень долго развивать. Поэтому мы сейчас находимся на самом старте, и пакеты будут еще долго процветать. Вот. Сейчас Екатерина Матюхова. Можно его оставить, но чтобы на нем не было функции подключения других в бинар, только для знакомств, чтобы он остался без реферальной ссылки от него. Смотрите, на самом деле, Екатерина, здесь полностью с вами согласен, то есть как пакет мы его убрали, то есть теперь для того, чтобы начать развиваться в проекте, именно строить сеть, да, партнерскую сеть, получить свою реферальную ссылку, то есть пакет Small, по сути, минимальный заход в партнерскую сеть и получение реферальной ссылки на данный момент составляет $300. Но в любом случае мы понимаем, что, точнее, я лично понимаю, и мы изначально обсуждали вопрос этот, додумаем, то есть, возможно, мы сделаем некое такое решение, что новый зарегистрированный партнер, то есть, как бы, если у него пока, допустим, он не хочет развивать сеть, или у него пока нету тех самых $300, мы придумаем некое такое пакетное решение, чтобы человек мог купить какое-то количество токенов Майн. То есть в любом случае эта покупка будет невыгодна по сравнению с пакетами. То есть мы посмотрим, как по пакетам. То есть, например, сейчас в пакете Small, да, $300 пакет, и на $300 вы можете купить. То есть на $600 вы получаете майнов на $330. То есть, по сути, один майн выходит 1.9 цента. То есть мы посмотрим какое-то пакетное решение, например, предложим через личный кабинет на какую-то сумму купить майнов по 2 цента, чтобы у человека появилась возможность застейкить первые майны, посмотреть, как они работают, чтобы эти майны были у него на комиссии, чтобы он совершал какие-то транзакции, получал и так далее. То есть мы рассматриваем этот вопрос,
чтобы у человека, который зарегистрировался, была какая-то начальная возможность напрямую у компании через личный кабинет купить майны, которые необходимы для всех транзакций в нашей сети. Мы рассматриваем, мы подумаем, как это сделать, и я думаю, в ближайшее время мы какое-то такое внедрим. Внепакетное решение по покупке майнов через личный кабинет. Так, сейчас посмотрю, есть ли еще вопросики. Так, про привязку сейчас как раз-таки мы к ней и придем. Так, вот Иван что-то ламповый и ставит какой-то смайлик непонятный. Если вы не понимаете, что такое ламповая комьюнити, то вопрос не ко мне. Так, тут смотрю, жаркие споры идут по старту. Ну, в общем, большинство все-таки одобрительно относится к этому. Так, а у кого уже куплен пакет на 100? Все первоначальные условия сохранились? Да, конечно, то есть если у вас есть пакет старт, мы не можем вас из системы выкинуть. То есть в любом случае все, кто сидят сейчас на старте, они на этом старте остались. Сейчас на данный момент просто отключена возможность приобрести пакет старт. То есть те, кто уже на старте, они на нем остались, ну, все хорошо. Просто те, кто приходит вновь, у них нет возможности пакет старт купить, потому что именно для продажи он больше недоступен. То есть, как бы это осталось в прошлом, в истории, и вы как первые пользователи, стали уже такими некими свидетелями этой истории, что был такой некий пакет старт. Так, еще сейчас вопросики посмотрю, и будем переходить уже, что за кнопка появилась, о чем она нам говорит. Так, по поводу этого ответил. Так, вот Александр, имеет ли значение для прибыли пакет, каким образом появились в кошельке майны, покупка из UT или конвертации сгенерированных или переведенных с биржи плексов? Смотрите, если вы покупаете майны через пакет внутри своего лимита, да, в личном кабинете, то те люди, которые стоят над вами, да, до 7 уровней, они получают с этого бонус. Там первые три линии по 1% и с четвертой по седьмую линию по 0,5%. Если вы загоняли плекс биржи и конвертнули их, то, конечно же, ваши партнеры не получают никаких бонусов. Но доходность 20% она идет на токены майн. И неважно, откуда эти токены майн взялись на вашем кошельке. Из личного кабинета, либо вы конвертировали токены плекс, либо вам эти майны кто-то подарил, или вы их покупили в OTS-чате. Или у какого-то знакомого. 20% доходность идет на количество токенов майн, и без разницы, откуда они появились. Здесь идет только такой момент, что если вы майны покупаете через личный кабинет в рамках лимита своего пакета, то вышестоящие люди, которые вас приглашали, да, до 7 уровней вверх, получают с этого бонус. Еще раз повторюсь, первая, третья линия, с первой по третьей линии 1%, а с четвертой по седьмую 0,5%. Так, дальше. Игорь, если я правильно понял, то без покупки пакетов можно также стейкать, получать доход, выводить плекс и иметь доступ к банкингу. По поводу доступа к банкингу я сейчас вам не подскажу, потому что банкинг в процессе. Возможно, как раз-таки у кого больше пакет, у того будут лучшие условия, например, сниженные комиссии и так далее. Это сейчас все в разработке, то есть сейчас мы находимся в технической разработке, именно бизнесовая какая-то составляющая комиссии, как это будет привязано к пакетам, не к пакетам, это уже дальше история. В части того, что на стейкинге доход одинаковый, я уже говорил, да, майны, неважно, с пакетом вы, без пакета, здесь доход, он одинаковый. Около 20% в месяц. С учетом комиссии нот, да, там 18%, но с учетом роста курса Plex, выйдем, возможно, 19 на 20. На самом деле я тут провожу некий эксперимент, создал отдельный кошелечек, там у меня находится в майнах, да, 9900, то есть $99. И 30 дней я не трогаю этот кошелек, чтобы посмотреть, какая же доходность выйдет за 30 дней, если не трогать токены Plex. То есть произошло это 12 марта, то есть 11 апреля я в общий доступ выложу этот кошелек, и мы посмотрим, сколько же в долларовом эквиваленте у нас за месяц набегает вот на примере $100 кошелька. Чуть позже я, 11 марта, я обязательно о результатах своего эксперимента сообщу.
чтобы всем было наглядно и понятно. То есть я-то, в принципе, знаю, как все работает, но для наглядности, чтобы это видели все, мы посмотрим, какая же доходность на $100 у меня получится за месяц. Так, сейчас еще раз. Так, вопросики. И сколько первый пакет будет? $300? Да, все верно. Так, убрать надо пакет старт. Убрали, торговая площадка исчезла. Торговая площадка исчезла, все верно. Она ушла на полную переработку и доработку. То есть первое решение, которое мы выдвинули, оно не устраивает. Ну вот мы так посчитали, посмотрели. Оно не было интересно как не пользователям, то есть оно не очень интересно было для пользователей, так и для проекта было не очень интересно. Мы поменяли формулу, мы поменяли всю логику, и сразу мы будем делать marketplace не внутри личного кабинета, это будет отдельный ресурс, отдельный сайт, поэтому ушли мы на доработку, на разработку. Marketplace пока по срокам вам сказать не могу. То есть, в принципе, у нас очень-очень-очень-очень много задач, и везде чуть-чуть мы так припаздываем. Но все в процессе, то есть как бы мы просто сейчас пришли к такому мнению, то что мы лучше чуть-чуть опоздаем, но выкатим сразу готовый качественный продукт, нежели выкатывать полуработающие продукты, получать в саппорт по 400-500 сообщений в день. Мы лучше тихонечко послушаем о том, что мы сроки просрочили, но зато выкатим готовый продукт. Поэтому торговая площадка, я вам сейчас по срокам точно сказать не могу и даже не ручаюсь. Будем во вторник у нас, мы сегодня с разработчиками проводили большой зум и как раз поставили задачи, так сказать, спринты. И к следующему вторнику мы посмотрим, как будут обстоять дела, и, возможно, я уже вам смогу что-то более конкретно сказать по торговой площадке. Так, что тут еще? Первый пакет $300, да? Так, Дмитрий Севастьянов. Только себестоимость майнов разная, через биржу дороже. Не согласен с вами. При достаточном умении и скилле, то есть на больших объемах, да, потому что большие объемы плексов, чтобы забрать, это будет дороже, чем стоимость в блокчейне. Если маленькими объемами, то можно даже дешевле. Здесь про себестоимость еще пакетов надо смотреть еще такую историю, то что самый себестоимый майн будет в пакете VIP, потому что 7500 и $100,000 возможность купить майны. То есть там как раз-таки майн со всеми затратами, со стоимостью пакета и с лимитом будет практически один цент. То есть чем больше пакет, тем больше возможности по лимиту, и, соответственно, чем себестоимость майна приближается к одному центу. Вот. Так, образовательные материалы будут платными или возразит в пакет? Сергей, образовательные материалы будут абсолютно бесплатные. Сейчас очень плотно как раз-таки занимаюсь я этим в части базы знаний. Вот. И какие-то, конечно же, будут отдельные курсы продвинутые, которые уже не связаны, допустим, с проектом именно Mindplex. Они будут на платной основе, то есть это такая блокчейн-история, финансовая грамотность, да, возможно, какие-то ораторские искусства. Сейчас это все, опять же, находится в стадии разработки. До 20 апреля мы пока, может быть, даже и попозже, пока в этом направлении не двигаемся, потому что кто где находится, разъехались по всем частям, так сказать, нашей необъятной родины. И вот 20 апреля мы собираемся и начинаем уже, то есть именно бесплатный материал, который будет в базе знаний находиться в течение недели, то есть там будет выгрузка. Это, опять же, ну, это такие прям базовые, то есть что там будет? Это инструкции наши все, как пользоваться, как заводить, как регистрироваться и так далее. Потом полностью маркетинг, что как работает, какой бонус начисляется за что. Потом это будет блокчейн-словарь, то есть термины определения, которые используются в блокчейне, которые, если вы хотите работать с криптовалютой, с блокчейном, их необходимо знать просто всем на зубок, понимать, да, что такое нода, чем нода отличается от валидатора, да, и чем валидатор отличается от майнера. То есть, ну, хотя бы такие базовые понятия.
Да, что такое в сути является токен coin, то есть это сейчас я этим занимаюсь, разрабатываю такое на понятном языке, чтобы каждый прочитал и для себя что-то понял. А, вот что значит такое нода, а, вот что такое валидатор, да, или там пул. То есть и плюс там будет FAQ, это как раз-таки вопрос на часто задаваемые вопросы, да. Например, я отправил USDT, а они не появились в личном кабинете. Вот, то есть это такая прям база знаний по проекту. Дальше больше, дальше будет курс уже начинается от того, что есть в сути блокчейн, какие виды кошельков есть, как зарегистрироваться на бирже, как торговать на бирже, да, где какие монеты, как можно использовать токены и так далее и тому подобное. На данный момент есть у нас понимание, что это будет три разных направления курсов, да, в рамках такой некой школы блокчейн по-русски, которая, конечно же, тесно будет сотрудничать с проектом Mindplex, потому что, по сути, это одно целое, но не только там про Mindplex будет, там в целом про индустрию блокчейна, про криптовалюту, потому что есть большой спрос, а, как говорится, спрос раздает предложение. И там по ценам, по пакетам, по всему этому мы уже будем совместно думать, принимать решение, что будет на бесплатной основе, что будет на платной основе. Вот. Но в любом случае какие-то там фундаменталы, наверное, конечно же, будут на бесплатной основе, да, а какие-то там уже более там углубленные вещи, да, тут надо понимать, что это уже работа людей, ресурсы, а любая работа должна быть оплачиваема. То есть кто хочет получить знания, да, инвестируйте в себя, то есть в свои знания, которые потом принесут выхлоп. Так, сейчас еще пару вопросиков. Так, у меня люди интересуют, зачем им пакеты, если они не планируют никого приглашать, но они не могут без оплайна зарегистрироваться на сайте. Брать у кого-то специальную ссылку – это такое. В общем, потеря аудитории налицо. Максим, принято. Поэтому здесь мы сейчас думаем, как бы и одних не обидеть, и других. То есть не обидеть тех, кто занимается построением сети. То есть мы можем поставить нашу ссылку реферальную, да, от проекта. То есть мы можем там, допустим, прям сделать галочку, да, у меня нету пригласителя. То есть если у меня нету пригласителя, человек может зарегистрироваться, да, он сразу встанет, допустим, под именно базовый аккаунт, который стоит первый. Второй момент, если человек работал с кем-то, прокачивал, да, и он вдруг забыл вставить его реферальный код и зарегистрировался по-нашему. Скандалы. Поэтому мы пока думаем, как решить этот вопрос, чтобы были обе стороны довольны. Но мы всегда за большинство. То есть так работает блокчейн. Куда большинство, туда и мы. Поэтому если большинство скажет, что не надо делать никаких базовых кнопок и так далее, мы не будем делать. Соответственно, отток аудитории, та аудитория, которая не смогла зарегистрироваться и плюнула, ну, как бы такая аудитория не очень качественная. Если человеку понравился проект, и он видит в нем перспективы, он в любом случае найдет, узнает, как же зарегистрироваться, напишет. Как минимум можно написать на главной странице в саппорт. Саппорт подскажет, как зарегистрироваться, если нету оплайнера. Вот и вся проблема. А если человек не может зарегистрироваться, и это является оттоком аудитории, ну, как бы аудитория должна быть адекватной, и самое главное, у аудитории должно быть желание в первую очередь развиваться личностно и изучать проект. Кто не смог зарегистрироваться, я думаю, что изучать проект он не очень будет, и тем более никакой пользы для проекта не даст. То есть там $200-300 погоду для нас не сделают, а потом он еще будет саппорт мучить и, не закрыв, да, допустим, окошко саппорта, кричать, что ему саппорт не отвечает по 2-3 дня. Хотя саппорт работает круглые сутки и в течение 30 минут отвечает всем. Так, сейчас еще входит. Добавьте Marketplace туристические путевки. А, Максим. Максим, я вижу, вы очень любите давать рекомендации и советы, мы обязательно прислушиваемся, только как бы если есть что-то конкретное, если у вас, возможно, есть связи с какими-то туроператорами, турагентствами, мы всегда открыты, пожалуйста, обращайтесь в саппорт, составляйте грамотное коммерческое предложение, да, уникальное торговое предложение, как угодно это называйте, и мы обязательно рассмотрим, то есть никаких проблем нету. А просто, ну, просто давать советы, критиковать. Критикуешь – предлагай. То есть, если есть предложение, мы всегда адекватно смотрим на критику и стараемся все предложения качественные и здравомыслящие, продуманные учитывать.
Так. 11 апреля плюс 7 дней. Нет, 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 не 11 апреля, а именно первая награда пришла туда 12 марта. То есть в стейк они улетели раньше. То есть это я считаю уже именно от получения первой награды. Так, было сказано, что можно за 7 дней вперед видеть курсы флексов, где и как это. А по поводу... Сейчас давайте демонстрацию экрана, потому что многие задают, не понимают, как смотреть на 7 дней курс. То есть мы вот сюда заходим, сейчас Explorer, mindplex.io. Вот у нас график, у нас вот 184 цикл, это по сути сутки, которые закончатся через 3 часа. Вот у нас 100, вот он, 44,92. Что это такое? Это курс Plex к токену Mind. То есть сейчас вы можете Plex обменять в личном кабинете в кошельке на токен Майн и получить за один плекс 44,92 токена Майн. Соответственно, умножаем этот показатель на 1 цент и получаем курс токена плекс. То есть это порядка практически 45 центов. Соответственно, мы здесь на 7 дней вперед видим уже 191 цикл. То есть на 191 цикле через 7 дней стоимость токена плекс будет уже 45,5 центов. Игорь, почему при вводе некорректной сид-фразы выкидывают на какой-то левый кошелек? Эту функцию скоро уберем. Это если вы вводите сид-фразу некорректно, там с пробелом или это, то просто по сути система под эти фразы создает вам внутри новый сид и создает вам новый кошелек. То есть мы эту скорую функцию уберем, чтобы у людей не было путаницы, потому что хотелось как лучше, хотели дать пользователям возможность создавать свои сиды. А в итоге у многих пользователей, которые сгенерировали случайным образом не свой кошелек, не посмотрели, что они попали на свой кошелек, отправляли туда майны, которые там тихонечко теперь лежат и ждут чего? Не ждут, все, навсегда утраченные майны. Так, все, с вопросами пока достаточно. Давайте все-таки вернемся к главному моменту, который находится у нас сейчас, если я в кошелек попаду, то попаду. Так, главное. Вот эта кнопка, да, всех интересует. Привязать кошелек к партнерской сети. На самом деле, эта кнопка говорит нам о том, что у нас появился долгожданный бонус Plex. То есть теперь при достижении определенных условий ваши партнеры, которые зарегистрированы под вами, могут привязать адрес кошелька. То есть вот я зашел со своего кабинета, то есть вот, допустим, Владимир, вот я, Родинка, я зашел в кошелек, главное, и то есть здесь я могу привязать кошелек, только один кошелек. То есть я нажимаю его «Привязать», и, соответственно, все плексы, которые будут добываться для моей первой линии, для моего, да, там, аплайнера, будет бонус. То есть если я зайду на другой кошелек, если у меня уже кошелек привязан, я зайду на другой кошелек своего личного кабинета, здесь этой кнопки не будет. То есть она будет не рабочей. То есть привязать можно всего лишь навсего один кошелек. Вот. Поэтому эта кнопка как раз-таки отвечает, что в структуре, то есть мы же понимаем, какой email под каким email. То есть здесь, допустим, сейчас я зайду в статистику, партнерская сеть, статистика. То есть вот у меня есть аплайнер Дорофеев, да, Павел. Вот, я захожу в кошелек. Кошелек, главное, привязываю свой кошелек, и то есть мой аплайнер Павел может получать с моего дохода плексы. То есть, допустим, я за месяц намайнил 100 плексов. Первая линия у нас, первый бонус открывается именно с 7%. То есть с моих 100 плексов, которые я добуду, мой аплайнер получит 7 токенов плекс. Сейчас пока, то есть бонус уже запустился, и быстрый старт, вот аукционный бонус, который был, в течение недели он уберется. То есть сейчас работает и бонус Plex, и бонус, быстрый старт. Через неделю быстрый старт идет. Так, пытаюсь отключить демонстрацию, она не хочет, отключилась. Итак, сейчас я вам расскажу первоначальные условия бонуса Plex, при каких условиях он начисляется, то есть он работает не так, как было прописано изначально, то есть все бонус Plex получать не будут. Работать он будет следующим образом. Сейчас у меня есть небольшая табличка, которую я пока еще не выдвигаю, то есть пока он уже начал работать,
Бонус Plex работает как все месячные бонусы, то есть начисления будут происходить раз в месяц, и бонусы Plex будут приходить к вам в личный кабинет. Вот где у вас есть баланс токенов Mine, бонус токенов Plex будет приходить в личный кабинет туда же. И, соответственно, оттуда вы их уже сможете выводить на свои кошельки, точно, ну, на любой кошелек, на который вы захотите. Точно так же, как вы сейчас Mine из личного кабинета переводите, точно так же туда будут начисляться плексы, и вы эти плексы сможете вводить на свой кошелек, либо на какой-либо другой. Так, сейчас я табличку открою. Где-то у меня было по бонусу Plex. Итак, бонус Plex у нас, опять же, открывается только с бизнес-пакета. То есть первый уровень, чтобы получать бонус токенов Plex, необходим пакет бизнес и оборот структуры $15,000. То есть у вас должен быть ранг менеджер и пакет бизнес. После этого у вас открывается первая линия, и с первой линии, со всей своей первой линии, сколько она токенов Plex добудет за месяц, вы будете получать 7% с нее. Второй уровень открывается от пакета профессионал и от оборота структуры $25,000, то есть менеджер, профессионал. При выполнении этих условий вы еще будете получать со всей своей второй линии, которая будет майнить плексы, вы будете с этого получать и дополнительно 5%. А третий уровень – это пакет премиум и ранг, тут вот у меня написано ранг менеджер, но на самом деле нет, $35,000, я не помню какой это ранг, честно, надо посмотреть, то есть оборот по структуре $35,000, а с третьей линии вы будете выгребать по 3% еще. И, соответственно, четвертый уровень, самый как бы такой обширный, большой, пакет VIP, ранг мастер, то есть от $50,000 оборот, если не ошибаюсь. И, соответственно, открывается четвертая и пятая линия по 3%. Вот так у нас будет работать бонус Plex, то есть он уже сейчас работает, поэтому если у кого-то большие-большие структуры и не хватает там, возможно, по пакету или по рангу, знаете, что делать, потому что токен Plex, бонус Plex – это самый вкусный, жирный. Я думаю, для тех, кто занимается сетью, это даже будет вкуснее, чем бинарный бонус, потому что бинарный бонус постоянно надо движение создавать. Здесь же вам надо один раз создать движение. Да, как говорится, сначала вы работаете на авторитет, потом авторитет работает на вас. Здесь точно так же. Сначала вы работаете на сеть, потом сеть начинает работать на вас. Поэтому, как бы, я считаю, что вот бонус Plex, он именно связан с блокчейном, он не связан ни с покупкой пакетов, он не связан, да, там, ни с покупкой. Здесь вам просто надо выполнить личные условия, и после чего, опять же, на полном пассиве вы будете получать бонус Plex. Единственное, что в любой момент ваш партнер может отвязать кошелек или перевести токены Mine на другой кошелек. Здесь уже как раз-таки я говорил об экологичности, о том, что сеть – это не рифоводство, о том, что сеть – это должен быть коллектив, друзья, партнеры, взаимоотношения, чтобы люди никогда в жизни не захотели отвязать кошелек, чтобы вам меньше получать награда. Вот как раз-таки здесь у рифоводов не получится сделать ничего. Здесь надо общаться с людьми и вести себя по-человечески. И только человеческие отношения, да, создадут у нас опять мир и процветание. Поэтому кто-то говорил, надо все кошельки привязывать там автоматически и так далее. Нет. Бонус Plex, он помимо того, что надо свой вклад в сеть сделать, еще помочь своим партнерам развиться, так еще и общаться с ними постоянно и сделать так, чтобы люди действительно понимали, что вы заботитесь о них, и они взамен как бы своим доверием, своим преданностью свои кошельки не отвязывали, и все вместе вы делали хорошие результаты, и был у всех профит. Как-то так будет работать бонус токен Plex. Чуть позже, когда будет вся исходная информация полностью окончательно добита, и мы обязательно сообщим об этом и выложим. То есть по бонусу Plex, может быть, там еще и отдельный целый проведем Zoom. Хотя, я думаю, ничего сложного тут нету. Просто мы с окончательными условиями разберемся. То есть я их прочитал. Первый уровень, да, бизнес-менеджер 7% в первой линии. Второй уровень – профессионал. Опять же, тут у меня почему-то менеджер. А, все правильно, ранг менеджер, но $25,000. В общем, я уточню. То есть сейчас пока пробежимся по цифрам. Первый уровень, да, это пакет бизнес.
Личный товарооборот 15 тысяч долларов, с первой линии 7% вы получаете. Второй уровень – это пакет «Профессионал», оборот структуры 25 тысяч долларов, открывается вторая линия 5%. Третий уровень – пакет «Премиум», 35 тысяч долларов личного, просто товарооборот сети, третья линия 3%. Пакет VIP, 50 тысяч долларов товарооборота, четвертая и пятая линия по 3%. Вот. Вопросы, предложения, все ли понятно? Если, может быть, есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу, расскажу. Поэтому сейчас посмотрю, может быть, уже какие-то вопросы появились. Так. Будет ли возможность Plex конвертировать USDT в кабинете? Нет, такой возможности не может быть и не должно быть. После того, как мы реализуем банкинг, там будет работа с фиатом, и там будет другой механизм. А мы не можем, как компания, Plex обратно выкупать. Это сразу дает и токену Mine, и токену Plex природу security токена, что очень плохо и негативно скажется в дальнейшем. Поэтому мы идем по utility истории, по токену, который можно использовать внутри платформы и так далее. Сейчас под это делаем обвязку, и как раз именно под то, чтобы токен Plex имел утилитарную природу, мы переделываем marketplace и переписываем его. То есть это тоже связано с legal opinion, который нам будет необходим для того, чтобы все наши процессы с картами, с банковским процессингом пройти просто как по маслу на ура. Неплохо было бы еженедельная преза компании, возможно, реализовать. Этим должны заниматься как раз-таки лидеры, топ-лидеры, которые, у которых есть большие структуры, они как раз-таки проводят, и даже я на такие подключаюсь. То есть есть чат общий, да, для новичков, есть там более плотный, есть канал в Телеграме, и там постоянно люди проводят, как бы проявляют инициативы, рассказывают о проектах. Поэтому здесь как раз-таки мы о том, вот как раз-таки говорим о той сети, которая должна обучать своих партнеров. И я знаю то, что у нас как минимум 3-4 человек, я знаю, которые постоянно проводят обучение. И есть люди даже, которые проводят офлайн обучение. Поэтому здесь никаких проблем нету. Может быть, даже там и будет какой-то автовеб, который будет каждую неделю прогонять презентацию. Над этим тоже у нас есть целый отдел. Может быть, кто-то попадал на такие презентации как раз-таки через Bizon. У нас есть очень хорошие спикеры, которые презентуют именно прям начальную стадию проекта. Вот. Поэтому это, в принципе, все есть. Просто надо быть немножечко внимательным, проявлять усердие. И, скорее всего, еще такое есть у меня личное пожелание. То есть на сайте мы сделаем такую табличку, там список вебинаров, да, и список пройденных вебинаров, на них сразу будет ссылка, чтобы посмотреть. То есть над юзабилити, еще раз, над удобством пользования. Я понимаю, что те, кто новенькие, приходят, им тяжеловато, но сейчас вся команда занята над продуктом. После того, как мы сделаем продукт, мы уже будем более качественно делать юзабилити, чтобы все кнопочки были интеллектуальные. Поэтому такой пока у нас проект в любом случае как бы вызывает, даже не вызывает, а как это правильно сказать. То есть в любом случае человек, который сюда пришел, он должен сюда прийти осознанно, и он должен быть немножечко ответственным за свои результаты и успехи. То есть чуть-чуть проявить инициативы, и в любом случае можно найти и конференцию, и пообщаться с людьми, и быть в нужное время и в нужном месте. Так. Можно уточнить? Так, огонь. Валя, если появился бонус Plex, тогда бонус «Быстрый старт» убрали. Еще раз повторяюсь, бонус «Быстрый старт» еще пока работает, то есть у вас сейчас есть уникальная возможность выгребать все, и бонус Plex, и «Быстрый старт». А в течение недели «Быстрый старт» удалится. Как только мы его удалим,
мы к этому времени как раз-таки официально презентуем бонус Plex. Но на данный момент работает и бонус Plex, и быстрый старт. Поэтому вот эта неделька, пользуйтесь, чтобы максимально использовать возможности нашей партнерской программы. А мне не пришел быстрый старт сегодня. Не понимаю, шутка это или не шутка. Если нет три одинаковых пакета, он и не должен был прийти. Если три одинаковых пакета, попрошу написать мне в личку. Тем более, Анна, мы с вами общались, насколько я знаю. Да, точно. Поэтому пиши в личку, если у тебя три одинаковых пакета закрылись и не пришел быстрый старт, пиши в личку, разберемся. Майнес главный нельзя отправить только с своего кошелька. С главной можно отправить на тот кошелек, на который вы сделали вход. То есть вы можете со своей главной, человек может с вашей главной зайти в свой кошелек, вы можете напрямую ему отправить. Но в любом случае это, да, как бы отправляете токены Майн или Plex на свой кошелек и потом на любой другой. Один цент, я думаю, ну, можно оплатить за такую издержку, за такое действие двойное. Оборот структуры – это вложенные средства. А оборот структуры – это то, что у вас по классике идет. Они пакеты покупают. Вот, соответственно, каждый купленный пакет идет в оборот вашей структуры. То есть, например, 10 человек у вас купило смолы, да, по $300. То оборот вашей структуры составляет $3000. Можно сделать конвертацию Майн в Plex? Да нет, конечно, но это же... В этом-то вся и соль токена Plex, что его можно конвертировать в Майн. А Майн, вся его соль, он может только добывать токен Plex. То есть, если бы можно было бы конвертировать токены Майн в Plex, зачем тогда их стейкить? Можете сами себе на этот вопрос ответить. Если найдете ответ, подскажите мне, может быть, мы вместе с вами что-то додумаем. Но в любом случае, логика блокчейна уже построена, и поэтому, если захотим что-то менять в этой логике, придется проводить голосование. Евгений Куршов, что нового по банкингу? Еще раз повторяюсь, я руководитель блокчейн-разработки и службы технической поддержки. По банкингу я вам ничего не отвечу. На это есть другие люди, специалисты, и когда у них что-то будет новое, что вам рассказать, они обязательно проведут Zoom-конференцию. На данный момент я вам могу только сказать, что все очень сильно заняты в работе, потому что работа там непочатый край. Очень все с технической точки зрения готово, но осталось подключить, да, электричество подвести. И вот как раз-таки подводка электричества – это вот, если когда-нибудь пробовали получать какой-нибудь на территории Российской Федерации разрешение. Сходи туда, сходи сюда, и ты все собрал, мы забыли это. А еще туда, еще и туда, а плюс здесь еще мы работаем в разных юрисдикциях. Надо учитывать разные законодательства, еще и менталитет людей. То есть все в процессе. Как только что-то новое появится, обязательно люди выйдут. Может быть, сам Александр Мумсидик, может быть, ответственные представители обязательно расскажут, как идут дела. Это не моя зона ответственности, блокчейн и техническая поддержка, пожалуйста. По этому поводу все вопросы я всегда открыт. Александра Лазовская. Владимир, так что, нажимать эту кнопку? Конечно. Выбирайте самый жирный кошелек, где у вас больше всего майнов, и нажимайте эту кнопку, чтобы тот партнер, который вас пригласил, приехал к вам с букетом цветов и сказал: Александра, спасибо большое, двигаемся дальше, получаем плексы и развиваемся. То есть в любом случае здесь, опять же, какие у вас отношения с вашим аплайнером, если все хорошо, все прекрасно, то, конечно же, выбирайте свой кошелек, нажимайте кнопку, и ваш аплайнер, если у него хотя бы есть пакет бизнес и 15 тысяч товарки, он будет получать 7%. В конце месяца первое начисление будет, посмотрим. Опять же, оттестируем. На тестах все показало хорошо. Сейчас мы с вами перешли в такое живое бета-тестирование, да? То есть альфа-тестирование мы прошли. Сейчас вот до 1 мая у нас мы смотрим, как идут начисления, как мы это все сделаем, и 1 мая будем смотреть, как все прошло.
Вова, по шлюзу трона есть что? Хэнни, уточни вопрос, пожалуйста. Не понял, по какому шлюзу трона? Не понял, уточни, пожалуйста. Посмотреть, будет возможность включена ли кнопка. Если вы заходите в кошелек, и там есть кнопка «Привязать к кошельку», вы ее нажимаете, после чего она становится красной. «Отвязать кошелек от партнерской сети». Если эта кнопка горит, значит, ваш кошелек привязан, все работает. Если вы зашли на кошелек, и там вообще нет никакой кнопки, значит, у вас уже какой-то кошелек привязан. Эрболат, извиняюсь, если неправильно, или Эрболат. Цена Plex в кабинете и на бирже всегда будет немного отличаться? Абсолютно верно, потому что здесь математика, которая не дает никаких сбоев. Там все-таки люди, там все-таки трейдинг, поэтому может чуть больше, чуть меньше. То есть спредик всегда будет небольшой. Андрей, вы не хотите работать с готовым маркетплейсом других компаний? Андрей, опять же, напишите свое предложение хотя бы в саппорт для начала или через почту, да, там есть контакты info@mindplex.io. Напишите свое предложение, и, может быть, мы захотим работать. Мы пока делаем свой, и, может быть, мы захотим работать с другими маркетплейсами, если мы договоримся. Мы всегда открыты для сотрудничества, никаких проблем нету, только надо хотя бы понимать концепцию, как мы сможем работать. На ответ «хотим» или «не хотим» я, допустим, хочу. Но как, предлагайте, мы обязательно обсудим. Так, быстрый старт уберут, а аукционный останется. Александр, быстрый старт и аукционный – это одно и то же. Запись будет, скорее всего, будет. Так, Хэнни, листинг на Эксмо, как успехи? Листинг на Эксмо, опять же, подвязан через Legal Opinion. То есть они просто так туда абы кого не пускают. То есть с технической точки зрения все готово. Но по этому вопросу Александр Мумисидиков вам даст более развернутый ответ, потому что листингами занимается он. На данный момент сейчас большая конференция в Турции, по-моему, Blockchain Wave называется. Александр там, поэтому 3-4 дня он будет именно занят конференцией. И как он вернется, как он выйдет на полноценную связь, я обязательно уточню у него, и, наверное, в следующий вторник или среду проведем АМА-сессию, возможно, чтобы... Потому что буквально недавно все было там на низком старте, но им нужен legal opinion, что наш токен, да, действительно, все-таки utility, а не security. Поэтому вот сейчас загвоздка опять в юридическую часть уперлась. А получают по бинару Plex бонус. Бинар – это бинар, Plex бонус – это Plex. Бинар – это линейка, классика. Ой, Plex бонус – это линейка, классика. Раз, два, три, четыре, пять. Да, там пять линий. Бинар – это бинар, Plex бонус – это Plex бонус. Не надо... То, что у вас кто-то в третьем, в четвертом колене там вашего бинара, это не означает, что ваша линия. У вас в бинаре могут быть люди, к которым вы вообще никакого отношения никогда в жизни не имели. Это ваши партнеры их туда зарегистрировали, да, или даже вышестоящий туда под вас ставит. А в классической ваши партнеры, которые будут вам приносить токены Plex, это только те, которые под вами. Поэтому здесь бинар и классику не надо путать. То есть бонус Plex – это все-таки классическая система. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая линии. Пакет бизнес сколько стоит? Вот можно на сайт зайти в режим, в раздел пакета перейти, и там есть цена большими такими цифрами написано. $1,799. Володя, подожди, потом с тобой поговорим. 7% с первой линии от дохода прайна. Егор, вот сколько ваша первая линия добудет токенов Plex, 7% с этого вы будете дополнительно получать. Допустим, ваша первая линия за месяц добыла 1000 Plex'ов. Соответственно, 7% от этого, 70 токенов Plex вы дополнительно получите. Пакет старт удалят как вход, можно подробнее. Пакет старт уже удален, все. Только small. Чтобы попасть
Теперь, чтобы попасть в партнерскую программу и получить свою реферальную ссылку, а минимальный вход $300, пакет Small. Так, сейчас еще. Так. А, Максим, как это у вас NetApplanner? Он в любом случае есть, пусть даже если вы не знаете, по чьей-то же ссылке вы регистрировались, по чьей-то реферальной ссылке регистрировались. Вот. А, да, и такой моментик, если, вот опять же, вы можете зайти в личный кабинет, в статистику, и там есть почта вашего Upliner, вы можете ему написать через электронную почту. Upliner'ы в статистике, в личном кабинете у всех есть Upliner'ы, под кого вы регистрировались. И есть даже электронная почта, на которую можно написать, познакомиться и сказать: слушай, ты мой Upliner, а что ты меня не обучаешь? Я не буду привязывать кошелек, и ты не будешь получать плексы. Понимаете? Здесь надо настраивать взаимосвязь. То есть в молчанку тут играть никто не собирается. Мы все живые люди, а тем мы отличаемся, да, от всего остального животного мира, то, что нам дали речь, и мы должны общаться, разговаривать, не придумывать собственные какие-то истории, а спрашивать, узнавать. Поэтому я за любой вопрос, да, всегда всем говорил, самый глупый, самый страшный вопрос – это тот вопрос, который вы не задали, потому что на него невозможно получить ответа. Спрашивайте, узнавайте, какими бы глупыми вопросами они не были, какую бы реакцию вы не получили на этот вопрос, но задать то, что вас интересует, то, что вас тревожит, необходимо. Еще раз повторюсь, Upliner ваш у вас в кабинете, в партнерской, как там она называется-то, партнерская сеть, статистика, и там есть ваш Upliner всегда. И даже электронная почта его есть. Поэтому пишите на почту ему и разговаривайте. Так, едем дальше. Так, Хэнни, спасибо тебе, ты всегда меня поддерживаешь. Очень приятно то, что есть у нас люди, которые не пропускают ни одной встречи, ни одного зума, и вот таких людей мы больше всего ценим, они больше всех знают, и они больше всех помогают и предлагают все время. Даже если у нас что-то не получается, вот Хэнни, всегда мы с ним как-то на связи, он предлагал такие-то решения, такие-то. Да, там не срослось, да, не получилось, я там в заботах-хлопотах, но в любом случае у меня есть контакт этого человека, и мы всегда с ним общаемся и контактируем, потому что человек, он осознанный, он хочет сам развиваться, еще и нам помогать. Не только с нас что-то требовать и просить, а помогать нам еще. Вот я хочу, чтобы все такие у нас были, помогали. А если не помогали, ну, хотя бы тогда не мешали, да, как говорится. И тогда у нас все получится. А плекс бонус от партнеров без пакетов будет? Да, конечно. То есть здесь, опять же, смотрите как. То есть если у человека нету пакета, но он зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, то есть он у вас, и у него там много плексов, да, здесь самое главное, чтобы у вас были условия. То есть здесь такой момент. Такой момент. Кстати, очень интересный момент вы задали вопрос. Я сейчас начал думать. Я бы сам под себя зарегистрировал 100-500 аккаунтов, раскидал бы плексы, но в любом случае там это первая линия. В общем, вопрос интересный. Насколько я сейчас знаю, никаких ограничений нет. Ограничения есть только ваши личные, что у вас должен быть пакет от бизнеса и товарооборот. Как будут дела обстоять с теми, кто зарегистрировался под вами по реферальной ссылке, да, то есть, по сути, будете 20, получать еще дополнительно 7. Спасибо за подсказку, но, по-моему, сейчас нет никаких ограничений. Будем уточнять. Еще раз говорю, сегодня у нас такое бета-тестирование бонуса токена PLEX. И как раз за неделю пока еще у нас есть аукционный бонус, мы еще все посмотрим. И финальные, окончательные условия бонуса токена PLEX мы выйдем на отдельный Zoom и расскажем вам. Сейчас мы собираем мнение, смотрим тудым-сюдым, как что. И будем уже окончательно принимать решение, как должен работать токен PLEX, чтобы не было там каких-то халявщиков, бесплатников и так далее. Сейчас мы его запустили, смотрим, тестируем, как он работает уже непосредственно на проде, то есть на dev, да, версии разработчиков. Мы смотрели, все хорошо. Сейчас мы уже на продакшене смотрим, то есть это вот на действительной версии, как это все работает. Поэтому
чуть позже мы дадим конкретные условия, как он будет работать. Кстати, спасибо за вопрос. О, сейчас, подождите, я уточню. Хочу отметить. Так, Евгений, замечательный вопрос, отличный. Спасибо вам. Будем смотреть. Кстати, вопрос классный еще раз. Если партнер купил за 300 плюс внутри пакета, тоже выиграет на 300 майнов, а потом на кошелек закинул себе еще на 1000 долларов монет. Итого в кошельке стало 1300. Я буду бонус плекс с общей суммы, что на кошельке лежит у него. Бонус плекс будет от того, сколько человек плекс. Вообще не важно, сколько там, 1300, купил ли он пакет или не купил, а он будет от того, сколько этот кошелек, который привязался и находится под вами, добыл токенов плекс за месяц. То есть если он может купить VIP-пакет, что угодно сделать, но забыть купить майны и не добывать токенов плекс. Поэтому бонусы плекс вы не будете получать. Он может купить small, но загнать на свой кошелек, допустим, миллион в майнах, и будет получать по 200 тысяч долларов в плексах. Соответственно, вы будете получать с этого 7%. А вы можете включить в бот Telegram, чтобы бот отвечал готовые тексты по майнплексу, чтобы пригласить в команду? Возможно, но сейчас нет времени просто работать над ботом. Только от добытых, только от стейкинга, то есть те плексы, которые будут поступать на кошельки, нет, только добытые токены плекс. А у нас есть понимание, сколько пул выплачивает токенов плекс. Не сколько на них перевелись с других адресов. Мы понимаем, что этот кошелек привязан к этому пулу, и с этого пула он получил столько плекс. То есть мы понимаем, сколько этот адрес добыл плекс. Вот с этого будет начисляться проценты. Максим, Макс Про, кажется, мы с вами находимся в разных проектах. Я в Майнплексе, а вы в Плексмайне. То есть если у вас нет аплайнеров 100%, нет, пришлите почту в саппорт. Вот есть у нас живое окошко. Сейчас я вам демонстрацию экрана покажу. Вот есть у нас такое окошечко. Напишите, пожалуйста, сюда адрес своей электронной почты, и вам подскажут, кто же является вашим аплайнером, если вы не можете найти его. Аида, вы не дарите никому свои плексы. Вы можете только дать возможность человеку дополнительно заработать 7%. Вы свои плексы никому не отдаете. Никому вы их не отдаете. Вы сколько получали плексов, столько и будете. Но просто вы можете дать возможность своему аплайнеру дополнительно получать еще 7% бонус. Никто же не говорит, что у вас эти 7% плексов отнимут и отдадут вашему аплайнеру. Нет, вы свои плексы получите. Но бонусом сверху еще человек, который вас пригласил, может получать 7%. Алтын, 7% постоянно или один раз? Постоянно, каждый месяц. Раз в месяц будет пересчет и начисление. Еще раз, Александр, удачи. Плекс бонус 7% платит каждый участник своему оплайнеру. Как это следует? Не платит никто ничего. Все происходит автоматически. Вы никому ничего не платите. Опять же, объясняю, вы никому ничего не платите. Платит система. У наших пулов есть 10% комиссия. Вот как раз-таки эта 10% комиссия и будет уходить в бонус плекс. Вот Дмитрий, откуда берутся бонус плекс? Я вам уже объяснил, у нас наши пулы берут 10% комиссии. Вот эти 10% комиссии уйдут на бонус плекс. Андрей, у кого пакет старт? И партнер имеет пока возможность, какие ограничения? Никаких ограничений не будет. Ограничение одно, все, сейчас нет пакета старт. Все, что было, все осталось. На данный момент просто нет возможности купить пакет старт. Все, никаких ограничений нет и не будет.
Сергей, товарооборот у нас считается только по пакетам. Ни по токенам MAI, ни по токенам PLEX, только по пакетам. И купленные токены PLEX с биржи, они никогда не шли в товарооборот, и они не могут идти в товарооборот партнерской сети. Так, Анна, и я тебя благодарю за столь теплые слова. Динара, посмотрите тогда запись. Ну, давайте еще раз попробуем. Привязать кошелек к партнерской сети необходимо для того, чтобы адрес вашего кошелька, где находится ваша майнинг, добывает токены PLEX, вот именно один адрес вы можете привязать и дать возможность своему пригласителю, спонсору, аплайнеру, как угодно, кому удобнее называть, дать возможность зарабатывать дополнительные токены PLEX. Если хотите подробно узнать, мы про бонус PLEX еще сделаем отдельный Zoom-вебинар в каком-то формате конференцию, где подробнее расскажем об окончательных условиях получения токена PLEX. Ой, бонус PLEX. Извиняюсь, заговорился. Вы убрали с кошелька магазин товаров. В кошельке магазин товаров никогда не было. В личном кабинете, да, убрали. Я уже рассказал, почему. Потому что полностью поменяли логику, которая необходима нам для legal opinion, чтобы токен PLEX стал utility. Это также необходимо для выхода на третью биржу EXMO. Вот. Для тех, кто опоздал, вы можете посмотреть запись, она обязательно будет. Магазин сейчас, да, убрали и решили его вообще убрать из личного кабинета. Это будет на отдельном ядре, отдельный сайт, отдельный ресурс. В рамках экосистемы Mineplex будет отдельный Mineplex Market. Максим, Макс Про, да, вот такое ощущение, что я не люблю это слово, но вот хейтом чуть-чуть попахивает. Еще раз, не надо здесь эмоций. Я ни в коем случае не говорю, что вы тупой или умный. У меня нету никаких качественных предрассудков. Пришлите почту в саппорт, и все, и вам все найдут, и вам расскажут, и покажут. Все, ну хватит эту демагогию разводить. Алтын, как нам выгодно накопить PLEX или реинвестировать? Я не знаю ваших потребностей и возможностей, поэтому я вам не могу сказать. Хотите, реинвестируйте сложный процент, хотите, фиксируйтесь. Мне вот, допустим, я понимал, что мне через 2 недели нужны будут деньги. Я сейчас 2 недели просто коплю PLEX, потому что мне нужны будут деньги через 2 недели. Мне надо их зафиксировать, поэтому я не реинвестирую. Если мне что-то, какие-то долгосрочные нужды, я, конечно же, реинвестирую. Это зависит от ваших целей, возможностей и потребностей. Здесь нету четкой инструкции. Так. 1500 – это пакет или пакет плюс? Нет, Сергей, товарооборот – только стоимость пакетов. Майны не идут в товарооборот. С майнов вы и так получаете бонус майнов. Так. Все, ребят, я смотрю, пошли слова благодарности. Я вам тоже очень всем благодарен за то, что пришли, выслушали. Возможно, чуть-чуть потерпели мои эмоции какие-то на ответы на одинаковые вопросы. Если остались вопросы, мы проведем еще не один зум по бонусу PLEX. Опять же говорю, окончательные условия, все там статистики, как он будет начисляться, по каким условиям. То есть я обозначил базовые, но вот сегодня прилетел очень хороший вопрос, если нету пакета у человека, будет ли с него. То есть, как бы, по сути, никаких ограничений не было. Но мы как раз-таки сейчас будем считать, а что будет, если человек сам под себя начнет регистрировать кучу людей и заводить туда майны и получать, допустим, уже не 20%, а 27%, да? Интересно. Ну, не 27%, там, а, соответственно, 7% от добычи. В общем, мы все это посчитаем по математике, еще раз прикинем, и я уже в следующий раз, может быть, я, а может быть, не я, но мы обязательно выйдем и дадим окончательные условия по бонус-токену PLEX. Так,
Все, всем спасибо, всего доброго, до связи. Еще раз огромная благодарность за то, что пришли, выслушали. Вот такое вот у нас обновление прошло. Я надеюсь, это обновление большей части нашего комьюнити принесло все-таки позитивные эмоции. Всего доброго, до связи.